Сегодня я открою секрет заработка в интернете, о котором все молчат, потому что рассказывать об этом невыгодно, причину вы поймете в этом видео. Поэтому досматривайте до конца, чтобы не пропустить ничего интересного и важного, и, возможно, эти несколько минут изменят вашу жизнь. Кстати, в середине этого видео будет денежный конкурс. Всем привет, меня зовут Ксения, да, давно не снимала про заработок, но всему есть свое объяснение. Все это время я изучала много-много информации про заработок, про интернет-профессии, вообще все-все-все, что связано с бабками в интернете. Начала уже отснимать наикрутейший материал по арбитражу трафика, по заработку в соцсетях, например, про ТикТок. Я думаю, что будет очень интересно вам, поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить что-то важное, возможно, для вас или интересное. И давайте уже скорее перейдем к сути этого видео. Сегодня я вам постараюсь рассказать про такой вид заработка, как продвижение своего продукта. И когда я говорю про продукт, я подразумеваю монетизацию любого вашего навыка. Большинство из вас постоянно мониторят всемирную сеть в поисках заработка. И самое интересное, это же, конечно, интернет, чтобы работать из любой точки мира, в любое время, как проснулись, можно даже с кровати не вставать, взяли ноутбук, вы уже на работе. И вы натыкаетесь на такие заголовки, как таргетолог, профессия будущего, SMM-щик, маркетолог, начни зарабатывать на ютубе по 50 баксов в день, фриланс выведет тебя на новый уровень жизни, да даже бинарные опционы, типа научись торговать за 30 дней, как боженька. И как думаете, что из этого всего самое прибыльное? Практически никто из вас не угадал, потому что самое выгодное – это продавать свой курс. Я вам расскажу на своем личном примере. Смотрите, за сентябрь месяц на торговле бинарными опционами я не заработала ни копейки, даже ушла в минус. Об этом, кстати, рассказала в новом видео на втором канале, ссылочка в описании. Но на продаже своих навыков, знаний, закрытой группе, партнерских программах, личных обучениях я заработала около 350 тысяч рублей, при этом работала всего 3-4 часа в день. Как раз это все и стало рождением идеи для сегодняшнего видео. Обратите внимание вообще на блоги успешных людей в Инстаграме, там, в ВК, в Ютубе. Абсолютно все что-то продают. Будь то курс по Ютубу, будь то курс по ТикТоку, по таргету и так далее. То есть практически все, даже любой какой-то таргетолог, он говорит, вот я крутой таргетолог и при этом продает свой курс. И, например, если брать как раз-таки направление таргета, то продавать свой курс по таргету это намного прибыльнее. Вот в бинарках, да, тут можно за какой-то короткий промежуток времени заработать много, и в принципе можно много зарабатывать, что-то продавая. Но вот все что-то продают. Так, давайте же я скорее вам расскажу алгоритм действий, как, занимаясь любимым делом, начать зарабатывать с любой точки мира больше, чем 80% населения нашей страны. Немножко даже чуть-чуть сделаю такое отступление. Вы можете на всем зарабатывать. Если вы гитарист, если вы умеете писать текста и так далее, все это можно монетизировать. Поэтому давайте перейдем уже к самим действиям. Как же это все сделать? Для начала стоит определиться с направлением деятельности. Я вам сейчас подкину просто пару идей, но их на самом деле масса. То есть монетизировать можно любой навык. Сторисмейкеры, то есть обучать людей, как снимать сторисы на Инстаграм. Монтаж на телефоне, сейчас это очень популярное направление, научиться не так сложно. Таргетологи, тут, думаю, объяснять не нужно. Те же самые трейдеры, если вы хорошо торгуете, почему бы не снимать видео, как это делаю я. Арбитраж трафика, можете обучать людей, как зарабатывать на соцсетях, то есть Инстаграм, ТикТок, ВК. Да можете вообще продавать курс о том, как продавать свой курс, примерно как тема этого видео. После того, как вы выбрали для себя какое-то одно направление, станьте экспертом в этой тематике. То есть мало того, чтобы вам нравилось чем-то заниматься, нужно, чтобы вы могли принести какую-то пользу. Окунитесь с головой просто вот на 1500% в то или иное направление, полностью все изучите, прям вот от А до Я. На это у вас уйдет порядка 1-2 месяцев, и если вы мне сейчас напишите, что «Ой, ты что, это слишком мало», если вы потратите все свое время на изучение одной тематики, больше времени не потребуется. То есть, да, дальше вы будете, конечно, совершенствоваться, узнавать что-то новое в процессе. Но вот для начала, вот на этом этапе, это 1-2 месяца. Тут начинается самое интересное. В
построение своей рекламной площадки. То есть вы начинаете, расскажу на своем примере, снимать на YouTube. То есть я начала снимать на YouTube, выкладывать 3-4 ролика в неделю, не вкладывая в продвижение ни копейки. И люди начали сами меня искать. То есть YouTube — это та площадка, где вам просто нужно делать хороший, качественный контент, который имеет какую-то ценность, и через какое-то время YouTube сам вас начнет продвигать. На днях наткнулась на видео «Как вскипятить воду», которое набрало 1,5 миллиона просмотров. Представляете, если люди смотрят, как вскипятить воду, не захотят ли они смотреть, там, как монтировать на телефоне? Так много вопросов и так мало ответов. Скажу так, любая тема, которую вы выбрали для себя, любая тема найдет для себя целевую аудиторию. Но если у вас есть, скажем так, первоначальное вложение на рекламу, то можно выбрать Instagram, Telegram, ВК и другие соцсети. Но YouTube — это площадка бесплатная. В следующем видео, кстати, еще расскажу про TikTok. И одновременно с вот этим пунктом построения рекламной площадки занимайтесь созданием своего продукта. То есть, да, вы здесь снимаете видео, 3-4 видео в неделю, на это уходит время. И чтобы это время просто вот не простаивало, вы готовите свой продукт. То есть создайте что-то уникальное, создайте то, почему вообще вот люди должны будут купить у вас. Пусть это будет стоить там 300 рублей, но почему человек должен купить у вас? Как раз здесь вы пока набираете аудиторию, здесь вы создаете свой крутой продукт. Это могут быть там, опять же, курсы по гитаре и так далее. Просто отснимите материал или напишите книгу, подготовьте все до мелочей. И, ну, вот эти вот два пункта у вас уйдет где-то 3-4 месяца. То есть выбираем все вместе, это уже где-то полгода, то есть 6 месяцев. Да, кто-то скажет, что да капец, это долго, но ответьте мне на вопрос вот в комментариях, что выберете вы? 20 лет работать за копейки на лысого дядьку, ненавидя эту жизнь? Сука, сука, сука! Или потратить полгода на создание, скажем так, своего дела, на открытие своего дела, да, это вот из сферы бизнеса уже немножко. Тут уже просто вишенка на торте. Распространение продукта. В зависимости от той тематики, которую вы выбрали, от того направления, есть масса способов. То есть посмотрите, как делают конкуренты. Вот, например, в бинарных опционах я снимаю на YouTube, я говорю, пишите по ссылочке в описании, то есть я просто в своих видео себя рекламирую. Вы можете там переливать из YouTube трафик в ВК, трафик — это люди, это подписчики, аудитория. Вы можете переливать туда, продавать там. То есть здесь я думаю, что мои подсказки вам не нужны, потому что, как правило, в той или иной сфере делается так же, как и у конкурентов. Если конкуренты продают в Инстаграме, продавайте через Инстаграм. Даже если у вас рекламная площадка на YouTube, вы все равно переливаете трафик в Инстаграм. Или если изначально вы начали там двигаться. Если конкуренты продают ВК, если конкуренты продают видео, просто здесь для первого опыта смотрите на конкурентов. Дальше, в 6-м пункте, мы повторяем 3-й, 4-й, 5-й. Что это значит? Это значит, что вы же не можете просто распиарить свой канал, продать там один какой-то курс и все забить. Вы продолжаете ведение, то есть снимаете какие-то обучающие ролики, какую-то интересную информацию. Как вот на протяжении нескольких лет я уже снимаю. Меня уже бинарки достали, я уже вот даже начала просто про заработок снимать, но я снимаю, я поддерживаю интерес. Я создаю свой продукт, то есть это уже не какая-то там закрытая группа, не личное обучение по бинаркам, а уже курс по продажу трафика. Либо же там я вот сейчас всерьез задумываюсь о том, чтобы создать курс по продаже курса. Реально крутая идея, мне нравится. Просто бинго. И все, в ближайшее время я начну распространение, как только у меня будет продукт готов. То есть аудитория у меня уже подогрета, аудитория у меня готова. И как только я запущу вот этот продукт уже там в 5-й, в 10-й раз, мне просто не нужно будет уже запариваться. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вот это бесконечное количество раз, пока вам не надоест. Меняйте тематику, меняйте направление. Ну все, у вас дело запущено, то же самое, что, не знаю, открыть свой завод по изготовлению автомобилей. Этот завод просто делает одни автомобили, другие, потом вы делаете следующую модель, и так живете, кайфуете. То есть живете по своим интересам. И самый мой любимый как раз-таки пункт — это кайфуете от жизни.
работаете из любой точки мира, занимаетесь любимым делом, зарабатываете достаточно, чтобы обеспечить все свои хотелки, потому что вот эта тема очень прибыльная, ребят, я по своему опыту вам это скажу. Я вам снимала видео, сколько я зарабатываю на партнерках. Найдите, посмотрите, или могу, если хотите, снять еще один такой ролик, подробно рассказать. Но поверьте, цифры вас порадуют. Напишите в комментариях, стоит ли мне снять такое видео. Я надеюсь, что сегодняшняя информация принесла вам пользу. Забыла там сказать про конкурс. Ребят, напишите вот идею курса, то есть напишите, по вашему мнению, какую-то вот то, чего еще нет. И самая интересная идея получит от меня 1000 рублей. Подведение итогов будет по ссылочке ВК. А я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромных заработков, всем пока!